Мексиканец Гильермо Дель Торо удостоен премии «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Форма воды». В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения самой престижной в мире премии. Лучшим актером, по версии американских киноакадемиков, стал британец Гэри Олдман. «Оскар» он получил за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». В картине рассказывается о том, как ему пришлось сделать выбор между заключением мира с Германией ценой свободы наций или воззвать к героическому сопротивлению и сражаться. Ну а лучшей актрисой, по мнению американских киноакадемиков, стала Фрэнсис Макдорманд. Она исполнила главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».